Приедем сюда через несколько дней. Прошло 5 дней, закончили механизированную штукатурку стен. Стоимость работ и материалов нашему заказчику обошлась. ЖК «Скандинавия», 63 квадратных метра, двухкомнатная квартира. Заходим на механизированную штукатурку. Блоки уже возведены. Сейчас завозим материал, завозим оборудование и начинаем штукатурить. Начнем, естественно, с грунтования стен, нанесения бетоноконтакта на бетонные участки, после чего будем устанавливать маяки. Приедем сюда через несколько дней, посмотрим, что уже ребята сделали. Прошло 5 дней, закончили механизированную штукатурку стен, удалили маяки, заглянцевали стены, и сейчас штукатурка потихонечку отдает влагу, набирает прочность. Вот вы можете видеть, что эту стену мы не штукатурили, она граничит с соседями, и здесь заказчик будет делать шумоизоляцию. Остальные стены все заштукатурены. Радиаторы мы снимали для того, чтобы оштукатурить эту поверхность, и после этого уже смонтировали радиатор обратно. На углах у нас стоят штукатурные уголки вот такого вот вида, они пластиковые, они по прочности равны металлизированным и при этом никогда не ржавеют. Вот видите, желтый пеноблок, это грунтовка Knauf Mittelgrund, она используется специально для газобетонного блока. Где у вас бетон, вы используете бетоноконтакт именно от производителя-старателя. Сейчас приедет наш технадзор, проверит работу, и уже можно будет сдавать объект заказчику. Теперь смотрите, по стоимости. Эта квартира площадью 62 квадратных метра. Стоимость работ и материалов нашему заказчику обошлась 230 тысяч рублей. Это полностью уже работа с материалами под ключ. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я ставлю в описании к данному видео. Огромное спасибо, что посмотрели наш ролик. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!